soldier. Thanks. Mom. I miss your brother, Alex. Everyone's gone. We're never gonna find them. We're going to Silent Hill. You won't be going anywhere till I get some answers. Josh. Здравствуйте, дорогие друзья! Раз, два, три, раз, два, три. С вами Казуко Фэмили. И мы продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, а мы погнали, дружочек. Так. Исправительная какая-то колония, да? Ого. Кого-то тут уже исправили, да? Чего? Ворота мы тут открыли, да? И что тут еще? Чего? Сломан? Ну, естественно. Что использует как не топор, да? Так. Так. Чё? Аптечка? А что еще кроме аптечки? Стоп, ну тут же... Должно что-то еще быть? Или как? Что за... И чё? Тьфу ты, блин. Что? Спасибо. Понятно, что ничего не понятно, да? Ага, дыра в сраной душевой. Камеры кто-то отключил. Чего?
Оу, shit, fucking shit. Какая большая камера, а? Ямонал. Чего, наверх? То есть низ недоступен? Недоступен. Только что тут у нас? Старый блок питания. Ладно. Значит, все-таки наверх, да? Чё? Чё за трешня тут происходит? Хотя, винтовка в праздник, мать твою. Чего? Как это должно работать? Никак? What the fuck? Но там же, наверное, открылась и та камера, которая внизу, или как? Мы умерли все, ребятки с отряда. Чё? Старая газета. Ведет, но не ведет, да? Или не идет? Вниз? Хорошо, вниз это вниз, а там где? Чего? В смысле, она перекрывает, что ли? Или как? То есть, если я уже дернул, то все, ханырики. Полностью ханырики, да? Как-то очень неприятно осознавать. Охрана их покинула. Интересно. Понятно, зона заблокирована. Ты через труп не мог перепрыгнуть? Гениально. Good job. Now get me out of here. There's a switch over there. Ага. А какой пароль? Подожди.
Чего? 110, 391? Серьезно, попробуешь это позже. Let me try to open that gate. Got it. А, он откроет. То есть это херня. Ага, забраться мы, значит, не можем. Интересно. Тогда понятно, что это все по скрипту должно работать. Ясненько. Чё? А, рисунок. Man, what happened in here? Oh, now that's gross. Alex, hit that switch. Нас же сейчас покажет, что он это не работает, этот выключатель. Или работать будет, подожди. Лады. Let's try to find a way out of here. А, это та комнатка, с которой мы вернулись? Типа, да? Отлично. Так, это не открывается, да? Подожди, мужик. А, подожди-ка, не то. Опа-на. А, извиняюсь, это склад. Подожди, если это был склад, то значит... А, сейчас, ребят, я чайник залью. Секундочку, подождите.
Сейчас, ребятушки, секунду. Текс. Ну все. О, звук уже намного слышнее мне. Блять. Так. Alex, it looks like I can control the gates for the entire prison from this panel. Yes, it works. Okay, we need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Ты о чем? Ты про какую решетку имеешь в виду? Мужик. Вот эту, что ли? Походу, что да. Так. Ага. Чё? А, там повешенный. Так. Чё? Открывай. Спасибо, мужик. Stand by. I'll unlock it for you. Okay, now keep moving. Okay, I'm gonna open the gate for you. Okay, okay. You're breaking up. Must be interference. Whoa. Хрена они долго дохнут. Охереть. Вот так прикол. Вот это неждан. Чё? Серьезно? Shower room? Ну я не хочу туда идти. Походу, сука, придется. Воу.
Ёпарас, это спайдеры, блять. Чё, серьезно? Та-дам! Мы открыли проход. Нашли мы ориентир. Я знаю, Шепард спасет этот мир. Так. Понятно. Ладно. Are you a motherfucker? И чё? Нас снова заперли? О! И начнутся глюки. Ага. То есть эта дверь закрыта, да? Ладно. А мы попытаемся сохраниться, да? От слова попытаемся. Так. Ничего не понятно, ну да ладно. Подожди. Чего? Не понял. Wheeler, you there? The damn radio keeps going out. I'm glad you're back. Listen, this door is jammed. I need your help. Okay, I can see you. That's the entrance to the A-bus. Okay, go back. No. E. И чё? И чё? I'll let you know. Uh-huh. Huh. Интересный поворот. Бейсбол. Ага. Демонтировать эту штучку, да? Интересно.
штучку, значит, здесь придется ремонтировать, да? Провода. Один провод мы нашли. Чё? А входной путь, что ли? Чё там? Там что-то интересное. Два провода мы нашли, да? Ну, два так два. Окей. Там записка какая-то. Черт. Ну да ладно. Ага. Из фар торчал провод, да? Ну, в принципе, все логично. А, назад мы вернуться можем. Только смысл назад возвращаться? Ах, даже не знаю, будет ли сохранение потом. Так, а как ты ее восстановишь? Провод белый с разъемом 2. Окей. Провод второй зеленый с разъемом 3. Желтый с разъемом 5. Синий с разъемом 4. Так, и красный с разъемом 1. Отлично. Так. Не то пальто. А. Вот эта камера. О, еще одна сыворотка. Зашибись.
Так. Ага. Погнали вниз. Так, подожди, это какой? Какие ворота открылись? Верхние, что ли, опять? Походу, что верхние. Сейчас надо проверить. Ёп, РСТ. Опять перепрыгивать. Чего? А какие? Бля, чё за фигня? Подожди. А какие тогда ворота открылись? Я что-то не пойму. Что-то я тупой. Чего? Чего? Подожди, пароль я еще не знаю. Подожди. Сто десять триста девяносто один. Ну, понятно, это пароль 110-391. Чё за нафиг? Так, подожди, я тут ничего сделать не смогу. Чё? И чё? Стоп, или ты имеешь в виду? Блин, что за фигня? Я сейчас потеряюсь в этих местах. Блять, это какой-то абсурд. Допустим. Ага. Это уже какой-то спуск вниз. Понятно. Ладно, подожди, а какая же дверь открылась для нас? Вот мы, допустим, активировали вот эти все двери. Может, что-то сзади?
открылась. Вопрос, что? Может, реально с прошлой палаты? Кстати, да. Чего? Чего? В смысле? Все? Точка невозврата? Блять. Ёб твою же мать. Серьезно? Етить вдышла, а? Да, весело. Как говорится, едем, едем в соседское село, да? Ёпарасоте. Понятно. Так. Очень интересно. Почему у нас А9? А, теперь у нас обозначено А9. Ага, верхние две кабинки. Твою мать. Интересно. Ладно. Надеюсь, там не было ничего важного. All right, Wheeler, I made it in. I'm gonna look around. Сейчас ты на свою голову осмотришься, блять. Ё-моё. Стоп. Вы серьезно? Jesus, what did they do? Alex. Save me. Mom, I'm gonna get you down. Ага. У нас, значит, выбор, да?
Блин. Так это, наверное, единственный выбор. Или нет? Она ж, по-моему, так и так же, по-моему, умрет, да? Если мы это... Так, мать. Блин, тяжелый выбор. У нас, конечно, есть сохранение. Но, блин, переигрывать, ё-моё. Блин, а я не знаю, что на что влияет. Ё-парасоте. Ох, ладно, посмотрим, какая, наверное, будет концовка. Грустно. Грустно это все. Вот альтернативный Silent Hill. Кошмар, конечно. Серьезно, так и называется? Ну лады. Чё? Чё это за ебала? Чё?
Так. Что человек любит больше, чем жизнь, боится больше смерти и ссор, чем бедняк обладает, богач приобретает, и все людские желания удовлетворяет, что скупец тратит, а бродяга хранит, и каждый человек могилу уносит. Так. Человек, который смастерил его, ни за что в жизни его не захочет. Человек, который купил его, не будет его использовать. Человек, который использует его, даже не осознает этого. Я расположен рядом с колесницей, никто остановить мой бег не властен, страшится гнева моего монархи, извилистый путь для них опасен. Так, подожди. Чего? Так. Шахматными фигурами. Так, подожди, шахматными фигурами. А тут три, да? Три. Сердце. Так. Выставляем фигуру коня в верхней точке диска. А как вращать-то? Вот. Так, выставляем гроб в верхней точке. Пустая область верхней точки, да? Блять. Вот так, что ли? Так, вроде будет сохранение, да? Окей.
Так, хорошо. Ага, вот и сохранение. То есть тут тупики, да? Понятно. Ладно. Что мы прилично уже играем? Да нет. Еще маловато мы играем. Так, подожди. Так, в соседней комнате, я так понимаю, это не соседняя комната, да? Интересно. В смысле заперто. А где тут соседняя комната? А, вот это. Чё? Так тут вообще все пусто. Или соседняя комната имеется в виду? I don't know, Wheeler, but we have to keep moving. Круглый стол. В смысле круглый стол? А, до круглого стола я имею в виду до этого круглого стола, что ли? Надеюсь, что так. Интересно. Получается. А, в смысле, написано в соседней комнате, ну... И где? Аптечку. И где мы профукали аптечку? В соседней комнате, блин. Is she okay? I don't know. I'll find her though, I promise.
She said she took this from you. So I guess you should have it back. This isn't mine. It belonged to Nora. Nora? Return on the gas! Да ёб твою мать! Твою мать! Да подожди! Блять! Твою мать! Где ты нафиг? Да ёб твою мать! Да как? Подожди, я кажись. Серьезно, мы так быстро убили эту тварь? А дальше чё? Через стекло, серьезно? Ёп, простите. Понятное дело, что тут будет после этого закрыто нафиг. Кошмар. Так, ладно. Естественно. Церковь? Серьезно? Ну да. Тут вообще походу. Блин, ну тут до финала вообще, короче, чуть-чуть. Поэтому, может быть, мы даже и уже за сегодняшний этот стримчанский пройдем. Чего? Ты чё, тоже... Васняцкий?
Или как? Josh, wait. Ну зашибись. Еще от нас братик бегает. Вообще зашибись. Чё за... Серьезно, вращать? А, чтоб открыть. Еще враги. Интересный поворот. Понятно. Так. Что, серьезно? Только в церковь остается валить? Понятно, карты у нас даже нету, да? Интересно. Все, она так и выглядит. Ну ладно. Перегнуться. Чего? Этой пластине чего-то не хватает, да? А, что за фигня? Серьезно, чисто тупик. Интересно получается. Хороший дизайн. Опа-на. Ты не туда попал, черт. Сюда вылез, что ли?
Все, наверх. Решетку. Бляха, муха. Идите нафиг, а? Чаша. Фотография Джоуша. Зашибись. Ага. И вот следующая комната куда-то ведет, да? А, даже комната не ведет. Интересно. Зажженная свечка. Так, какое сохранение тогда перезаписать? Темные времена. Почему бы нет? Так, темные времена, так темные времена, да? Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last confession. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith, and I'm seeking further away. What could you have done that was so terrible? I took my role as a father, and I turned it into a daily chore. Fed him, cleaned him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. Start loving your son at any time. I do love my son, Father. I love both my sons. But I had to make a choice. And the only way to live with that was to make sure my son never loved me. I had to make sure that he would never feel joy or compassion. All the things that make life worth living. He must understand. I was only trying to make things easier for him. And for me. And for this selfishness, ask forgiveness. You truly want forgiveness. Thank you, Father. And now I have something for you, Father. I don't need anything. What? А, вторая часть. Так. Окей, вторая часть. Теперь нам с этой залупнёй нужно как-то взаимодействовать, да? Так. Ладно.
Так, третьего тут не будет же, да? Пять прорезей. Покаяние. А, месть. Желание, горе, жертва. Интересно. Интересно. Так, а что там за... Да. Непонятно, но да ладно. Так, а как ее получить? Чаша. Свечка. Подожди. Три. А где еще две? Раз, два, три, да? Еще две пластины. Хорошо. Стоп. Откуда мы пришли? Мы здесь были? Что за? Где эти твари, блядь? Что за дичь? Подожди-ка. Ладно, хорошо. Блять. Оп. Все? Или где-то еще? Ясно. Так, подожди. У нас 4, а где я пятую профукал? Пластины должно быть 5. Чё за... Что, пятая пластина где-то здесь? Или как? Блин, как все логично, а? Так, сколько тут? Хм.
Вообще церковь прикольная, правда? И у меня со Стимом что-то нехорошо сегодня. Стим, ты скринить будешь, нет? Твою мать, ну и Стим. Твою мать! Эпическая! Ятрён батон! Ай, блядь! Ебануться. Да, два сиама это, конечно, батл. Так, подожди. По часовой стрелке. С верхней пластины. Sword place. Sword, это меч, наверное, да? Sword. Ну да. Потом free, three, candle, free. А что такое? Что такое three? Три. Свечка, человек, чаша. Может, это дерево? А после дерева свеча? Ты отец. Гениально. Чё? Я хотел сохраниться, алё. Твою мать. Чего? Что такое? А, это свечка. Чё, записка? И чё потом, что я с отцом поговорю, чё это даст? Следующее место? Long time ago,
mine. I'm a soldier, just like you wanted. Да, весело. Чё, серьезно? До сих пор это залупня? Да ёпарасы ты. Весело. Был батя и нет батя, да? Так. Вниз. Опа. Детский рисунок чуть не профукали. Серьезно, у нас останется только подземелье и все. Ладно. Но зато мы знаем, что он был в психбольнице. Наш главный персонаж. Чего? Костюм вот этот, что ли? Ну да. Ха. Весело. Мы теперь прям как эти. Так. Сохраниться нам не дают, да? Это не очень, конечно, приятно, что сохраниться не дают. Fixing things. It's my gift.
what you agree on. Protect Shepherd's Glen. Your father. Where's Joshua? Don't you see? Because of him, our sacrifices were in vain. God was broken. Your father's lack of conviction cursed us all. We must revive the order which our founders abandoned. By kidnapping? By murdering? Murdering? About El. You gonna kill her too? Ясно, понятно. Ага.
Don't. Look. I can help you with all this. There must be another way. It's time I finished. What your father called me. Кнопка где? Тупые психопаты, блядь. Так. Так, подожди-ка. Карта. Ох ты мать, вот так. Чё? Серьёзно? Только церемониальный кинжал? Ебать! Прекрасно, чё сказать. Зато куча аптечек, зашибись. Так, подожди. Это единственный выход, что ли, отсюда? Серьезно? Да, интересненько. Ладно, сохранимся здесь. Так, сохранение. Я думаю, здесь сохранится. Вот. В принципе, давайте, наверное, на этом моменте остановимся. Начнем уже отсюда в следующий раз. Оставим финал на финал, как говорится. Тут просто очень много комнат, видимо, прилично проходить. Надеюсь. Вот, я надеюсь, вам понравился этот предпоследний стримчанский. Вот, а всем спасибо за внимание, с вами был Казуко Фэмили, ребятушки, всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока.